У природы свои страсти. В Котласе накануне бушевал штормовой ветер. Он ломал деревья, ронял ветки на крыши домов, тротуары и автомобили, срывал кровлю. Сильный ветер, который напоминал смерч, был вызван прохождением холодного фронта. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду. На этом атмосферном фронте возникала очень мощная кучево-дождевая облачность с нижней границей облачностью всего 270-300 метров и высотой до 5 километров. Вот в связи с такой мощной кучевкой наблюдалось вот в атмосфере завихрение, которое можно было снимать на фото и видеоснимки. В ближайшие 3-4 дня ожидается сухая погода, преимущественно без осадков, и потеплеет. В южных районах до 20 градусов. Общий фон составит 13-18 градусов выше нуля.